Друзья, подписчики, всем огромный привет. Но я какое-то супер видео не буду записывать, просто краткое включение. Ездили здесь за покупками, ну, забрать онлайновский заказ. И заодно, ну, тут большая плаза, это в другом городе ехать 15 минут от нас. И еще зашел в РАИ. И, короче, ну, я там нигде не записываю видео. Сейчас вот этот коронавирус, все в масках, куча продавцов, все смотрят. Я хрен его знаю. Обычно в магазинах нельзя записывать, они начинают доколупываться. Короче, покажу вам, что я себе взял. Вот. Короче, магазин очень известный. Что я вам его показываю? Это один из любимых. Называется REI. Короче, он чисто сиэтловский. Здесь есть небольшая сеть. И вот взял катоновую бандану. Это оригинальная цена 18.50. На скидке взял за 10.93. Очень классная, смотрите. Прямо как выглядит, вообще шик и блеск. Видите, с такими этими самыми какими-то людьми на лошадях. Так, друзья, небольшая техническая неполадка, села батарея. Короче, первая покупка из магазина REI. Бандана «Защитите лес» называется. Вот, короче, очень приятный материал, такой катон, но такой мягкий. Вот здесь наклейка, здесь люди на лошадях, и здесь, видите, такой медведь. Вот, с лопатой, и там медвежата, что-то он копает. Короче, и вот, ну, бандана реально, как бы, я хотел ее купить. Ну, не именно такую, вообще какую-то хотел, и здесь, короче, подвернулась, на скидке взял. Ну, там много всяких было, вот, но я решил брать самую, как бы, качественную. И хорошая сейчас скидка, то есть не $20, а считайте 10, вот. Это класс. Вот, что здесь написано, стирайте в холодной воде. Ага, ага. Вот, какой-то катон, который защищает экологию. Короче, вторая покупка, но это топ-топ, друзья, по нашей тематике. Вот фланель, тоже по скидке брал, 75 оригинальная. Короче, так, 44.83, органический выращенный катон. Вот, наша любимая фланель сделана еще лучше. Ну, короче, фланель действительно класс. Если бы я так ее не видел, вживую не стал бы покупать. Ну, видите, 100% катон. 100% катон, сделано в Индонезии, размер medium. Дух, видите, дикой природы, рожденный в 1938-м. Рей Кооператив. Фирма, короче, ткань класс, расцветка класс. Ну, конечно, я померил, сходил в примерочную. Были разные цвета, красный, синий, там, светлый. Короче, мне вот такой понравился. Типа, я не знаю, какой. Коричневый с зелеными полосками. Песочный. Ну и последнее, короче, вот такое здоровое походное одеяло ихней же фирмы. Короче, тоже все фланелевое. Кстати, сделан, да, из фланели. Одеяло, вот такая наклейка, с одной стороны серая, с другой вот такая флисовая подкладка, видите? Фланель, флис. Называется «Голубые ночи». 10% продажи идет какой-то фонд, короче. Вот это оно такое здоровое, это оно просто свернуто. Короче, меньше $100 все три покупки, короче, доволен. Игорь, ну показывай, какая у нас главная покупка, за которой ездили. Короче, Игорю я купил телефон, когда он приехал, Google какой-то там, он его спалил, пришлось брать новый. Ну, Игорь, говори, какой. Ну, говори, какой телефон, показывай. Ну, как называется? iPhone 13 mini. Вот, все запакованное, iPhone 13 mini, цвет зеленый. Короче, самый дешевый из того взяли, что был. Нет, дешевле был 12, но... Он по цене был такой же, поэтому, короче, какой смысл брать 12, если можно за те же деньги 13. Здесь как бы получше процессор, в 12 процессор А14, здесь процессор типа А15. Ну и вообще этот более современный, он типа на год новее и все такое, цена одинаковая, разлоченный, еще не открывали, короче. Ну то есть как бы я заказал через онлайн, а чтобы не ждать доставку, там сколько, когда их пришлют. Короче, поехали в магаз забрать, ну, потратить туда 15 минут обратно. Ну, показывай дальше. Ну, покажи, какой пакет красивый, в чем все дают. Что ты прям как не родной.
Вот такой красивый этот мешочек дают с ручками, фирменный, бесплатно причем. И короче, какой-то... ну, то есть хотели взять обычную зарядку беспроводную, а у них нету такой канители, вот у них такая фигня. Я не знаю, как она работает. Игорь, как она работает? Переверни там это есть рисунок. А чё? Ну, то есть я не понял, это он... То есть ее надо сверху класть на телефон? Да. То есть ты ложишь телефон, а сверху зарядку? Нет, она как бы клеится, прикрепляется. Так а что в ней, магнит или чем она прикрепляется? Это вообще не... Ну, короче, вот видите, какая-то хитрая зарядка, вот оно называется MagSafe. Я не знаю про него ничего. Может, это просто замудренное название и... короче, сделано типа во Вьетнаме. Ну, магаз, Игорь, Apple, как расскажи, класс? Очень круто. Короче, там в магазе миллион этих. Ну, тоже там записывать невозможно. Там этих продавцов 50 человек. Покупателей тоже до хрена. Вот я, кстати, удивился. Думал, никто эти Apple не покупает. Игорь, ну скажи, сколько там людей? Не уверен. Там людей пипец. Магазин битком. Хотя сегодня рабочий день. И вообще не обед, не вечер. То есть посреди бела дня там. И там, короче, столы. На них все лежит. Айфоны, макбуки, часы. Любые аксессуары, ремешки. И все это можно подойти, мерить там. Ремешки можешь примерить, часы примерить, любые макбуки, эти айпэды, телефоны, всем этим ты можешь попользоваться там, пощелкать аксессуары любые, там зарядки, наушники, там игры даже какие-то. Ну, короче, все, что хочешь. И магазин здоровый-здоровый. Короче, ну, гигантский магазин, и весь этим. Короче, все, что в Apple есть, все там. И ты заказываешь прямо в онлайне и тут же едешь, вот буквально сколько, 10 минут прошло, и они пишут, приезжайте, забирайте, все. То есть заказал, сразу забрал, очень удобно, вот. По ценам, вроде недорого, сколько он, 630, телефон, зарядка 40. Ну, то есть считайте в общей сумме с налогом 750 получается. Вот, 750 и, да, и 100 в туристическом магазине, в итоге $850 от расходов за полдня получается. Ну ладно, друзья, не буду долгое видео делать, потому что уже едем домой, там свои дела, вот, потому что без телефона как жить в современном мире, телефон гугловский сгорел, он прям задымился и сгорел, и не знаю даже, заберут его по гарантии или нет. Потому что покупали его недавно на официальном магазине Google. Но если даже его заберут и отремонтируют, все равно это займет хрен знает сколько времени. А как там месяц или два жить без телефона? Ну и то, если они его заберут. Они, скорее всего, скажут, это у вас или зарядка не та, или провод не тот, или там грязь какая-то была в разъеме. Ну, как бы, Игорь, расскажи, как он сгорел. Просто задымился и сгорел. Ну, короче, он его типа поставил заряжаться, он начал дымить и сгорел. Но я посмотрел туда, в этот разъем, и внутри в разъеме прям, ну, весь разъем он расплавился прям. То есть, скорее всего, какое-то замыкание в этом разъеме. Поэтому мы уже хотели брать такой, чтобы был уже беспроводная зарядка. А по сути дела, выбрать с беспроводной мало что есть, потому что это или Samsung топовые, а вот эти Samsung, которые недорогие, которые тоже по 500, по 600, серия А, они беспроводную не поддерживают. Поэтому это будет то же самое. Его купишь и раздолбаешь разъем. Ну, а Google покупать, знаете, тоже за такие же деньги, как iPhone, тоже смысла нет. Ну, короче, это я вообще не выбирал. Игорь сказал, что он хочет этот iPhone. Короче, взяли iPhone, а так, конечно, ну, если бы я себе покупал, я бы, наверное, что-то другое бы выбрал. Ну, iPhone нормальный вообще? Это вообще супер топ. Не знаю. Ну, Игорь говорит, что супер топ. Но я ему давно покупал 6-й iPhone, когда он был тогда 6-й, только популярный. То есть покупал туда, отправлял к нам в Украину. Вот. Но с тех пор у него вот, был 6-й, а потом какие-то другие телефоны, а потом был какой? 8-й или какой? XR. А, ну XR. Ну вот этот XR мы поменяли, получается, в трейд-ин на Google с доплатой, естественно. То сейчас я уже, получается, плачу за 4 телефона. Вот. Ну ладно, друзья, ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь, и да благоволит к вам Господь. Пока-пока, пишите комменты. Всего вам наилучшего и мирного неба над головой.